потом, когда нагрузка будет большая, эти мышцы были готовы. Но они должны быть изначально растянуты. Втягивающие тренировки проходят неплохо. Даже не ожидал такого восстановления хорошего, хорошей динамики. Работаем по ситуации. Здесь никакой программы быть не может запланированной. То есть обговорили с ним, обговорили с врачом команды мастеров и согласовали, пришли к мнению, как нужно работать. И работаем по ситуации, смотрим динамику. Что хотелось бы отметить, что радует сама динамика. Хотелось бы, чтобы это так и продолжалось, вот, но будем работать по ситуации. То есть по ситуации, по физическому состоянию, которое позволит нам его развивать. Уверенность хорошая, и я не сомневаюсь, что все будет хорошо.